От своих коллег глава города потребовал усилить контроль за недобросовестными предпринимателями. Их выявляют и напоминают о возможности вести законно предпринимательскую деятельность. Речь идет о собственниках, которые сдают комнаты в частных гостиницах и мини-отелях. Теперь знаем полную информацию, потому что, первое, полицию они сообщают, и нам можно базами данных обменяться. В полицию оповещают, что мы там людей зарегистрировали. Значит, мы занимаемся приемом гостей. У самих обходы мы делаем. Все эти базы данных увидели. Их будет не 100, а 1100. Вместе с налоговой инспекцией надо их заставить то, чтобы они приобрели патент. Те, кто сдает жилье, обязаны перейти либо на подоходную систему налогообложения, либо приобрести патент. Тогда их деятельность не будет вызывать вопросов. Мониторинговые группы ежедневно выявляют нелегальных предпринимателей, при этом не только инспектируют жилой сектор, но и ищут нарушителей через интернет, где сочинцы размещают объявления о сдаче жилья. Также на планерном совещании было принято решение о создании горячей линии по вопросам ЖКХ. Все сообщения будут направляться заместителю главы города Алексею Толмачеву.